Вастукоррекция. Коррекция Востока и Юго-Востока. Привет, с вами канал ArtVastu, и сегодня мы поговорим про коррекцию этих секторов. Два соседних сектора, они оба любят медь. Оба любят медные предметы и треугольную форму. Поэтому посмотрите на фотографии. Здесь у меня медная чашечка и медная треугольная спираль. Медная треугольная спираль. Что мы будем делать с этими предметами? Давайте разберемся. И мы начнем с коррекции Юго-Востока. Коррекция поврежденного Юго-Востока. Как правило, Юго-Восток у всех поврежден, у всех, кто в Васту обращается, у тех, у кого хороший Юго-Восток, обычно в Васту они не приходят. Это такая закономерность. Что мы будем делать на Юго-Востоке с медью? Мы будем в ней, в этой чашечке, зажигать волшебную микстуру. Зажигать волшебную микстуру в чашечке в юго-восточном секторе. Как сделать волшебную микстуру, я рассказываю в своем видео, ссылочка под видео будет, перейдите туда, посмотрите. Также, чтобы усилить эту коррекцию, мы чашечку можем поставить на треугольную медную спираль. Тогда энергия будет работать сильнее, мощнее и круче. Пробуйте, расскажите о результатах. Я уже начала пробовать. Не забывайте про технику безопасности работы с огнем. Если у вас животные или дети, или вообще, в принципе, надо ставить вокруг какой-то экран, на всякий случай, если пламя поднимется очень большое, будьте осторожны, будьте внимательны. Волшебная микстура нужна для того, чтобы перед любой коррекцией ее зажигать в юго-восточном секторе. Что бы вы ни делали, закладывали жемчуг с серебром, или кораллы, или сапфиры, или вы хотите разместить, что же вы можете, спирали вы хотите, например, в пол разместить, или сделать ритуал Ратнадьяи. Пожалуйста, перед всеми этими вещами вы зажигаете волшебную микстуру в юго-восточном секторе. Дальше двигаемся. Коррекция востока. Поврежденного востока мы зажигаем масло ги в медной чашечке. В этой же самой медной чашечке, но теперь в восточном секторе. Для усиления этой коррекции мы также ставим чашечку на медную спираль. В качестве фитилька используем кусочек ваты или ватного диска, промасливаем его маслом. И я еще, для того, чтобы у меня фитилек не падал, когда масло растает, я из медной проволоки скрутила вот такую типа спиральку и ставлю ее в серединочку, чтобы она мне держала масло ги. Давайте посмотрим, как я это все сделала. Смотрите, вот моя чашечка медная, медная спираль и вот штучка, которую я скрутила. От ватного диска длинненькие вот такие отрезаю. И нужно его хорошенечко промаслить маслом ги, этот фитилек. Выкладываем масло ги в нашу чашечку. Если оно у вас более жидкое, то у меня просто сейчас оно растает и тоже будет жидким из холодильника. Наш ватный диск нужно промаслить хорошенько, чтобы он хорошо горел, этот маленький кусочек. А потом, когда он полностью маслом будет промаслен, его нужно скрутить в такую длинненькую штучку, как бы как вот фитилечек. Я специально для вас снимаю это видео, чтобы вам все было понятно и не оставалось вопросов. Чтобы у меня этот фитилечек не падал и не гас, я вот эту проволочку вот таким образом использую. Может быть, у вас получится без проволочки, не знаю, я пока делаю так. Вот я в проволочку его поставила, и он теперь у меня вертикально будет стоять и гореть посерединочке. Поджигаю, и вуаля, готово. И еще один вариант коррекции восточного сектора. Если нет возможности заморачиваться каждый день с маслом ги, то можно упростить вариант, просто зажигать свечу на востоке, чтобы также в любом подсвечнике, какой вам удобно. Также для усиления силы этой коррекции вы ставите ее на медную спиральку. Поэтому смотрите, для востока вы можете использовать и масло ги, и просто свечку,
что вам более удобно. Конечно, масло ги в медной чашечке предпочтительнее, но также я знаю, что у нас очень быстрая жизнь, и бывает, что времени не хватает, и поэтому мы тогда используем более простой вариант. Так тоже можно. И еще смотрите, когда вы ставите на востоке вот эту коррекцию и зажигаете ее, хорошо это делать на рассвете каждый день. Но если нет такой возможности, делайте в то время, когда вам удобно. И когда вы зажигаете, вы можете как бы намерение проговаривать про себя на здоровье вас или ваших близких, кого вам нужно. Также вы можете здесь поставить фотографию вашей семьи, и на их здоровье вы будете намерение и на свое тоже каждый день проговаривать. То есть вот эта вот коррекция, она нам с этим помогает, она несет в наш дом прану, энергию солнца, которой нам не хватает в наших в основном холодных северных городах. Очень многие, кто вот страдаем от недостатка праны, это именно вот. Или если вы даже в теплом городе живете, но у вас восток закрыт, вы опять же эту прану недополучаете. Это именно утренние часы, это восход и 3 часа после восхода. То есть энергия, которая идет днем с востока, она уже неблагоприятна. Ну, она уже не с востока идет, она переходит в другие сектора. Это солнце, оно уже неблагоприятно. Нам нужно именно вот это вот солнце, которое на востоке, на восходе, и 3 часа после восхода. Вот это солнце благоприятное. Но так как мы его обычно недополучаем, поэтому мы зажигаем вот либо свечу, либо масло ги в восточном секторе, тем самым корректируем свой сектор восток, привлекая вот эту энергию в свой дом. Друзья, если у вас остались вопросы, присылайте. Приобрести такой набор, спираль и чашечка, можно. Я дам здесь ссылочку тоже на магазинчик моего партнера. По моему промокоду, называйте промокод ArtVastu, и тогда вам Людмила положит подарок. Не забывайте промокод. Если у вас остались вопросы по данным коррекциям, пожалуйста, пишите. А с вами был канал ArtVastu, и увидимся в следующем видео.